a season of restoration. Итак, 104-й псалом с 37 стиха по 41 включительно. Библия говорит: «И вывел израильтян из пандемии серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет», то есть без ковида, «и шествию их, ибо страх от них напал на него». На правительство, замышляющее злые вещи, все это разрушится, простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Это Божья защита. Просили, и он послал перепелов, обеспечение, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Вот мой сегодняшний текст. Я хочу быть последовательным, потому что этому учат в библейской школе. Я не всегда придерживаюсь плана, но не сегодня. Наш сегодняшний текст говорит: «Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим». Я хочу, чтобы сегодня вы поняли, что есть определенные вещи, которые может сделать лишь один Бог. Я хочу сказать вам, если Бог делает что-то, вы не можете остановить это, вы будете бороться с самим Богом. Я хочу сказать вам сегодня, что то, что Бог задумал для вашей жизни, исполнится. Нет беса, нет силы, нет зла, способного остановить то, что Бог задумал для вас. Если вы верите в это, то воскликните на это громкое «Аминь». Мое сегодняшнее послание называется «Он разверз камень». Камень говорит о мертвом месте, трудном, сухом месте. Многие из вас оказались в сухом, трудном месте после ковида. Некоторым из вас кажется, что вы оказались между молотом и наковальней. Но я хочу сказать вам, что когда придет Бог, ваши враги разбегутся. Когда придет присутствие Божие, к вам придет жизнь, и из вашего сухого места потекут реки. То, что было мертвым, станет источником благословений, источником роста, плодовитости. Так что поднимайтесь на ноги и прославляйте Господа Иисуса на этом месте, ведь мы готовимся к пробуждению, а не к изоляции. Мы не следуем за теми, кто всегда против. Аминь. Мы знаем, что сатана лжец, а Иисус — Мессия. Итак, 77-й псалом, 16-й стих говорит: «Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». Аллилуйя! Когда Бог приходит, это когда открываются целые шлюзы, и начинает течь Божья доброта, милость и благосклонность. Они смывают волну тьмы. Библия говорит, что когда враг приходит как потоп, дух поднимает знамя против него. Это Писание говорит как раз о таком потопе. Мы можем оказаться в сухом и трудном месте. Ваша бесплодная утроба родит ребенка. Бог прикоснется к сухим местам в вашей жизни. Можете воскликнуть «Аминь» на это во имя Иисуса. Я верю, что Бог превратит бесплодные места в плодоносные. Я верю, что Бог превратит вашу скорбь в радость. Библия говорит, что слезы бывают на мгновение, а утром приходит радость. Я верю, что Бог превратит ваш недостаток в избыток. Он сделает так, чтобы ваши проблемные места дали прирост. Я верю, что Бог превратит мертвые эмоции в радость во имя Иисуса. Ваши проблемы превратятся в ответы. Аллилуйя! Все планы и замыслы врага Бог обратит.
обратит вам во благо, потому что любящим Бога все содействует ко благу. Вы должны приготовиться. Приготовьтесь к 2022 году, к благословениям в 2022 году. Приготовьтесь к тому, что твердые места превратятся в мягкие. Во имя Иисуса, услышьте меня сегодня. Наш Бог удивительный и сильный. Вся сила по-прежнему у Него. И послание к евреям, 13 глава, 8 стих, говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Прославьте Его. Книга Малахии, 3 глава, 6 стих говорит нам: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Он продолжает менять мир, менять игру. Он разбивает камни. Он исцеляет и избавляет. Он убирает болезни, успокаивает бури. Он ведет вас. Он восполняет ваши нужды. Ни правительство, ни грант. Он Эль-Шадай. Мне нравится это место тем, что когда люди жаждали, Бог не дал им достаточно, Он дал им более чем достаточно. Это характер Бога. Он Эль-Шадай, Иегова Ира, Господь, который восполняет все ваши нужды по своему богатству и славе во Христе Иисусе. Ему не нужно правительство или экономическая политика. Он Бог сам по себе. Он выведет вас из пустыни и введет вместо избытка. Воскликните «Аминь». Он все еще Иегова Ира, ваш обеспечитель. Он Иегова Шамма, Бог, который рядом. Он все еще Иегова Рафа, Господь Целитель. Он все еще Иегова Шалом, Господь ваш мир. Он все еще Иегова Нисси, Господь ваше знамя, ваша победа. Он будет бороться за вас во имя Иисуса. Он Иегова Цеткейну, ваша праведность. Когда Он открывает двери, никто не может закрыть их. Когда Он решает благословить вас, никто не может проклясть вас. Ни ваш предок, ни грехи ваших предков, ни ваше прошлое, традиции, культура или заговоры, ничто. Бог сказал, что высоко ценит вас. Бог сказал, что вы благословенны во Христе, который умер и воскрес. Лазарь, выходи из гроба. Приготовьтесь к тому, что камень отвалят. Приготовьтесь к жизни воскресения в Иисусе, потому что Бог собирается сделать нечто удивительное на земле. Я ощущаю присутствие Божие. Так что поднимайтесь со своих мест и прославляйте Господа. Мы слишком долго молчали. Голос скорби слишком долго звучал в церкви, а вы прославляете Его. Аллилуйя! Голос скорби нужно заменить голосом радости. Аминь. Вы слышите? Когда Он повышает вас, никто не может помешать этому. Когда Он касается вашей жизни, никто не может забрать у вас судьбу. Аминь. Спросите об этом Давида. Когда Бог начинает двигаться, Его нельзя остановить в вас и через вас. Когда Он говорит, Лазарь должен выйти. Я верю, что 2022 будет чудесным годом. Спасибо за ваш энтузиазм. Нас определяет не наше прошлое, не наши проблемы, не дьявол и не пандемия. Нас определяют обетования Божии. 2022 будет годом чудес, потому что сам Бог сделает так, чтобы вода полилась из камня в вашей жизни во имя Иисуса. Это будет год прорыва, в котором вам придется принять решение подняться и засиять, не сидеть и киснуть. Хватит этого. Это будет год ожиданий, а вот почему готовиться нужно сейчас. Не 31 декабря, аминь. Вы должны строить планы на следующий год сейчас. Вы должны изменить свое отношение, свой взгляд на будущее. Не нужно впадать в отчаяние из-за последних 20 месяцев.
чтобы не ожидало вас, Бог за вас. Если Бог за вас, кто может быть против вас? Какой бы трудной ни была ваша ситуация сейчас, доверяйте Богу. Когда Бог придет, Он сделает так, чтобы вода полилась из тюрьмы, из долины, из горя, из трагедии, из разочарования. Бог придет туда, где вы находитесь, и изменит все. Пусть кто-то скажет на это «Аминь». Поднимитесь на ноги, если верите, что эти слова про вас, и прославьте Его. Вы скажете «А зачем?» Многие из вас стали ленивыми перед телевизорами, а кое-кто так и сидит дальше перед телевизором. Вы лежите в постели и думаете, откуда такой запал так рано утром? Так вот, вернитесь в церковь, вернитесь к Богу. Это год, в котором вы должны принять решение быть позитивными. Ведь если Бог за вас, не имеет значения, как все засохло, Израиль был в буквальной пустыне. Кроме того, они оказались между молотом и наковальней. У них не было выхода в этом обычном мире. 3 миллиона человек, овцы, скот, верблюды, всех нужно было кормить, я уверен, что им было непросто, и тогда они обратились к Богу. Бог был милостив и послал им дождь, воду, манну, перепелов. Это время, когда люди увидят сверхъестественное вмешательство самого Бога, и Бог получит славу за это, потому что никто не сможет поспорить с тем, что Бог делает в вашей жизни. Ваше бесплодное место станет плодоносной землей. Ваша пустыня превратится в место благословений. Ваши мертвые эмоции оживут благодаря воде и силе Духа Святого. Все это изольется на вас во имя Иисуса. В вашей молитвенной комнате, в машине, в церкви, на домашней группе присутствие Бога будет являться так, как никогда раньше, вплоть до пришествия Христа. Ведь Исаия говорит, это глава 60, 1 стих, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой». Чем больше тьма, тем ярче свет. Мы не призваны к тому, чтобы сдаваться. Мы призваны к победе. Мы не призваны бояться. Мы призваны подняться в огне, зная, что Бог будет стоять с нами. Бог спасает нас. Здесь сказано «И слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы». А вот что происходит, скажите, «А Господь, да, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Я провозглашаю это сегодня. «А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». «А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Послушайте, церковь. «А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Дьявол не сможет помешать этому. Чем больше тьма, тем больше ваши ожидания. Чем отчаяннее ситуация, тем больше веры должно быть в вашем сердце. Бог не оставит и не покинет вас. Он не бросает свой народ, не отворачивается от него. Он ваш Отец, Царь, Господь, Спаситель, Избавитель. Он избавит вас сильной рукой. Он разобьет камень, и вода польется на ваших детей, ваш бизнес, ваше тело, вашу утробу, на все ситуации в вашей жизни. Вода польется. И сказано, придут народы к свету твоему. Наши лучшие дни впереди. И цари к восходящему над тобою сиянию. Политическое влияние. Возведи очи твои и посмотри вокруг.
Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, ваш облик изменится, ваше сердце затрепещет и расширится, когда вода начнет течь из камня, точнее, не просто течь, а течь сильным потоком. Ведь когда Бог приходит, это не нежный и смиренный Иисус. Это событие будет больше того, что было на день Пятидесятницы. Дьявол не сможет остановить этого. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. Тогда увидишь и возрадуешься. И затрепещет и расширится сердце твое. А после этого нас ждет величайшее пробуждение в мире. Богатство моря обратится к тебе. Бог обратился ко мне. Он дал мне это слово 3 года назад. Я хочу поделиться им, потому что оно актуально сейчас. Мы увидим начало движения Божьего в 22-м году. Так, как никогда ранее. Я говорю, как никогда ранее. Вы должны подготовиться к тому, что Бог будет двигаться. И не просто где-то, а здесь, в вас и через вас. Я верю, что Бог расколет камень, и с него польется вода. Он начнет двигаться в тех сферах вашей жизни, в которых не двигался раньше, в тех местах, в которых не двигался, в местах, в которых, как вы считаете, Бог не может двигаться, а Бог будет двигаться. Он будет касаться бесплодных сфер, Он будет касаться и оживлять мертвые сферы. Я говорю о ЮАР, нашей экономике, победе над бедностью, о пробуждении среди молодежи. Я говорю об убийцах и насильниках, которым прикоснется слава Божия. Я говорю о молодом поколении, к которому прикоснется сила Божия. Они изменят свои пути и обратятся к Богу живому. Они станут предвестниками величайшего пробуждения, какое только видел этот мир, во имя Иисуса. Я провозглашаю, что всякая закрытая дверь откроется. Всякая гора и всякая позиция будет разрушена. Благодаря присутствию Господа, люди, выступающие против вас, преклонятся перед вами. Ваши враги не будут успешны. Бог разверзнет камень, и вода польется. Я буду повторять это вновь и вновь, пока вы не поверите в это. Даже если вы не хотите этого прикосновения, вы переживете его. Когда Бог излил Духа Святого на 70 старейшин, которые были с Моисеем, то даже люди, находившиеся вне стана, пережили его прикосновение. Бог прикоснется даже к тем, кто настроен скептически. Вопрос не в том, что вы заслуживаете что-то у Бога. Вопрос не в том, молитесь ли вы, или в ваших убеждениях, в вашей вере. Бог будет двигаться. Бог прикоснется к камню. Бог покажет свою доброту и милость народам земли до возвращения Господа Иисуса Христа, чтобы толпы пришли к спасающей благодати Иисуса. Бог откроет вашу утробу. Если вы хотите ребенка, и вы в браке, ведь так? Аминь. Вы скажете, у меня уже 5 детей. Будьте осторожны. Бог откроет вашу могилу. И ваш Лазарь выйдет, Бог откроет вашу тюрьму, и вы будете снова свободны. Бог откроет и расширит ваш круг влияния. Бог откроет глаза тех, кто будет повышать вас. Они заметят вас в 2022 году и повысят вас, расширив ваше влияние. Некоторым из вас стоит написать это на стене. Скажите, 22-й год будет годом моего повышения. Незаслуженной благодати и повышения, потому что Бог возложит свою руку на вас. Божья благосклонность будет на вас. Она сделает так, чтобы в вашей жизни происходили чудесные вещи. Божья благосклонность изольется на вас из этого камня. Он разверзнет камень, и воды принесут вам новую жизнь, новые возможности.
новое видение, новые мечты, новые силы, смелость и отношения, рост, благосклонность на благосклонность на благосклонность, 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 еще раз благосклонность. Независимо от того, кто замышляет против вас зло, независимо от ваших врагов, Бог помажет вашу голову свежим елеем и повысит вас во имя Иисуса. Никогда не говорите: «Боже, я ждал так долго». Не начинайте думать, что нечто может быть сложным для Бога. Не думайте, что задержка — это отказ. Возможно, ваша ситуация усугубилась во время пандемии, но не думайте, что его слова — это пустые слова. В камне нет ничего особенного. Если бы у нас был Геркулес, у нас был бы здесь огромный камень. В том камне нет ничего. Люди могут смотреть на вас и думать, что у вас нет потенциала. Возможно, люди смотрят на вас и думают, что вам конец. Люди могут смотреть на вас и думать, что у вас нет будущего. Но когда Бог смотрит на вас, Бог видит в вас великана, сильного мужа или сильную жену. Бог видит царя. Когда люди видят пастуха, Бог видит человека с великим будущим. Никогда не говорите, что этого не может быть. Ведь Библия говорит, и это книга Иеремии, 32 глава, 27 стих. Вот: «Я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Самое сложное, сухое и невозможное место — это место для приглашения Божьего. У Бога был разговор о вас задолго до вашего рождения. Это был разговор о вашей судьбе и всем остальном. Бог знал все, через что вы пройдете. Он послал Своего Сына и Духа Святого заранее, чтобы проложить для вас путь. Возможно, сегодня вы не знаете Иисуса, хоть и сидите в нашей церкви в Йоханнесбурге, Кейптауне или в Блумфонтейне. Возможно, ковид забрал у вас Бога. Возможно, если вы умрете сегодня, то не знаете, где будете проводить вечность. Я хочу сказать вам, что Иисус любит вас. Он пролил свою кровь за вас. Разговор между вами и Богом должен измениться. Хватит говорить: «Я недостаточно хорош, не заслуживаю Божьей милости. Сначала я хочу все исправить». Нет, этот камень не должен был расколоться сам. Петру не нужно было исправлять все, чтобы Иисус пришел к нему. Моисею не нужно было исправлять себя. Бог исправил Моисея, Петра, Павла по дороге в Дамаск. Вы не можете сами исправить себя. Это не в ваших силах. Это религия. Вы должны найти Христа и принять Божий разговор. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А затем вам нужно самим обратиться к Богу и сказать: «Я верю. Я принимаю Тебя, Иисус, как своего Господа и Спасителя». У блудного сына также был разговор. Он сказал себе, это был правильный разговор после неправильного, когда он сказал отцу: «Отдай мне мое наследство», и ушел из дома отца. Затем он сказал себе: «Я должен вернуться». Многие из вас нуждаются в таком разговоре. Вы должны вернуться к Иисусу, к Богу. Вы должны отдать свою жизнь Христу. Вы должны отдать свою жизнь Иисусу. Вы можете смотреть нас по телевизору, сидеть в церкви или в тюрьме. Величайший разговор был у Павла по дороге в Дамаск. «Кто ты, Иисус?» Он принял его как Господа и Спасителя. Так что склоните головы. Скажите: «Пастор, мне нужен новый разговор с Богом. Я хочу наладить отношения с Богом и отдать свою жизнь Иисусу. Если это про вас, то я хочу помочь вам начать этот разговор, чтобы вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя или вернулись к Иисусу. Если вы желаете этого, то тихонько поднимите руку. Я хочу помолиться за вас. Пусть Бог благословит вас. Поднимайте свою руку. Давайте, поднимайте.
О, да благословит вас Господь! Вы можете обрести небо и избежать ада. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит тех, кто смотрит нас по телевизору. Хочу обратиться к нашим зрителям. Скажите со мной. Иисус, я отдаю свою жизнь Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты жив. Сегодня я возвращаюсь к Тебе во имя Иисуса. Аминь и аминь.